Осталось пришить клапан к сумочке. Длинную ручку я убрала вовнутрь для удобства. Застегиваем замочек и выравниваем клапан по отношению к сумочке. Загибаем его и зажимаем рукой. Перехватываем, расстегиваем замочек, чтобы не мешал. Пришиваем клапан потайными стежками джутовой нитью. Продеваем аккуратненько нить между рядами каната. Клапан застежки мяч пришивается аналогично. Сумочка готова. Очень интересно, какой вариант застежки выберете вы или свяжете оба.